В Японии эпохи Эдо у традиционной мужской одежды не было карманов. Личные вещи носили в маленьких коробочках, инро. Эдакий древний бумажник. Обычно инро делали из дерева и покрывали лаком, но тут латунь. Вероятно, 19 век. Отец поручил искать для братства пацанов, ну, чтоб сильные были, там особо не возникали, делали все, что скажут. Ну, дебилов, короче. Ну, если кто выступать начинает, ну, мы того сразу урабатываем по полной. С тёлками все сложнее. Тут мать сам решает, кого там в жертву принести, кого для обряда оставить. Ну, короче, дело темное.
здесь полный бардак. Хотел спокойно уйти на пенсию, называется. Вот пусть только рот мне попадется на этом треклятом острове, получит в харю за то, что притащил нас сюда. Нас тут братвы теперь уже больше сотни. Ну и дело идет, вон дворец древний расчищаем, стройку под горой замутили. Здесь от японцев грузоподъемники какие-то остались. Мы их починили, они сейчас работают, нормально, чё.
Должно быть, это династия Юань. Может, это с пропавшего флота Кубла-хана?